Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. В связи с этим в Таразе прошла акция «Ночь музеев» в онлайн-формате, организованная историко-культурным заповедником музеем «Памятники древнего Тараза». Нынешняя акция «Ночь в музее» отличается от ставших уже традиционными своим форматом. Все действия происходили в онлайн-режиме. Программа включила в себя проведение онлайн-экскурсии, которая познакомила зрителей с уникальными экспонатами древнего Тараза, история которого насчитывает свыше 2000 лет. Также зрителям был продемонстрирован мастер-класс по реставрации экспонатов из фондов заповедника музея. Особенностью онлайн-акции была театральная постановка «Улы тұлғалар ұлт болмысы», посвященная таким историческим личностям, как Абай Кунамбаев, Абу-Насыр аль-Фараби, Бауыржан Момышұлы и великим сыновьям Великой степи. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, пользуясь случаем, мне хочется поздравить все международное музейное сообщество с Международным днем музеев, пожелать больших профессиональных успехов и дальнейшего процветания нашей культуры. Свое поздравление мне хотелось бы выразить несколькими строками этого стихотворения. Музеи – это наше все. Культура, память и традиции. И сколько важного несет любая эта экспозиция. Пусть посетители поток в музейный мир не иссякает. И каждый, приступив порог, немало нового узнает. Данное мероприятие в онлайн-формате рассчитано на формирование у зрителей наиболее полного представления об истории и культуре древнего города Тараза. Виктория Трегубова, Шыңғыс Хан, Кенесхан, 77 News.